Компания Food Service представляет краткий обзор аппарата для выпечки блинов производителя Lemon Farina, модель C1. Данная комплектация для выпечки прямоугольных блинов есть также для выпечки круглых блинов. Аппарат состоит из транспортерной ленты, натяжение которой регулируется винтами. Собственно, барабана, на котором происходит выпечка, он покрыт защитной сеткой, чтобы предостеречь от обжигания оператора. Блока управления. Слева вверху аварийный выключатель. Переключатель режимов. Положение 1 слева – это предварительный нагрев. 2 – выпечка блинов заданной длины. И 3 – производство непрерывной ленты. Слева внизу – регулятор температуры. А 176 градусов – это заданная температура. Для выпечки блинов используется 210 градусов. 163 – это температура в данный момент. И справа внизу – регулятор, таймер выпечки блинов. Красная стрелка – это длина блина в секундах. Зеленая – это расстояние между блинами. Привод, двигатель с редуктором, бункер для теста, емкостью 4 литра, каретка, которая поднимается и опускается в процессе работы, прижимаясь к барабану или опускаясь. Вот эти втулки, они поднимают или опускают каретку. И регулятор подачи теста. Так выглядит вкратце аппарат. Очень удобен, прост в обращении. Компания Food Service работает для вас. Спасибо.